код украински. Отличается разнообразием видов. Встречается за решеткой, куда иногда его садят против воли, а иногда и сам отгораживается от злых людей. А некоторым и решетка не мешает этих людей жрать. Вот эта киса была снята утром, а в обед она уже закусила посетителям зоопарка. Кроме того, бывает бронзовым, архитектурным, чугунным и иногда деревянным. Также встречается разновидность кота-ученого. Но, как правило, кот следит за мясом и занимается своими кошачьими разборками. А если не с кем, то собственный хвост – вполне достойная игрушка. Еще коты гуляют на поводке, сражаются с собаками. А если собак поблизости не наблюдается, то пострадает соседский кот. Будучи застуканным на горячем, делает невинное лицо и строит глазки. Голубые, желтые, дикие, прозрачные. Еще украинский кот умеет вызывать дух кота. Черный кот любит перебежать дорогу, чтобы нагадить в песочке и сделать вид, что ничего не было. Но особое внимание кота вызывают разные емкости и прохожие. Хотя еду можно добыть и самому, но выклинчить или спереть для кота куда интереснее. Сытая кошка не прочь попозировать, особенно почему-то на фоне машины. А сытый самец везде валяется одинаково, независимо от размера и раскраски. На этом текущий обзор украинских котов позвольте закончить. Спасибо за внимание.